Второй мемориал в памяти Александра Андреевича. На награждение присутствует супруга Александра Андреевича Лукина и старый друг Степаненко Александр Николаевич. Прошу вам пару слов. Да. Привет, друзья, я с благодарностью вам всем за то, что вы устроили вот такой турнир в честь моего друга, в память моего друга. Но я хотел бы коротко, но несколько буквально строк прочесть. В 2003 году одной командой нашей замечательный ветеран выиграли Кубок Украины. И в этот год, в 2003 году, Александр Андреевич написал, я не цену прочитывать этот строк, это благодарность ветеранам футбола Петра и Украины. Друг, не спеши давать оценку ветерану, не спеши. Он играет не за деньги, он играет от души. Пусть не так талант, талантовитый, но лично пусть не так. Кричит от пробки тренер, что ты делаешь, дурак? Молодежь пусть обгоняет и смеется пусть порой, если фиш не удается или в танку головой. Не спешите давать оценку ветерану, не спешите, он играет. Чтобы выжить, он играет от души. Добрые от сердца сказанные слова, они не то, что души на камеру. Я сегодня решил вот так. Знак благодарности и похвалы за то, что вы не покидаете спорт, играете, сколько Бог дал здоровья. И дай Бог вам всем побед, удачи и многие-многие годы еще. Если радость себе и вам. Спасибо. Восьмое место команда «Адмирал» заняла. Призы забрали. Седьмое место команда «Венеция». Награждается Фаня Кучинка. Лучшим игроком команды признан Николаенко Вадим. Он сейчас отсутствует, это не я. За развитие награждают, да, вы вручаете. И за развитие награждается Шилин Роман. Шестое место команда «Шторм» заняла. Призы получили, уже ушли. Пятое место команда «Ратибор». Награждается памятным кубком. Садовый Тарас. Садовой мэр. Награждается Гунтян Сергей, организатор команды. Четвертое место команда «Космос». Успеваете ли, Сергей? Успеваете, нормально. Лучшим игроком команды признан Некрасов Константин. Да, организатору команды Кривенко Алексей. Так, бронзовая бутса. По 5 мячей забили Плохи, Роман. И Гацуляк Виталий. Гацуляк. Гацуляк, где? Как он мог 5 забить? Нет, сегодня 2 было, сегодня 3. Забирай. Серебряная бутса. Покуса Олег. Ретинский Денис. По 6 мячей. Разозлился. Лучший бомбардир. Подоляньчик Андрей. 20 голов. Лучшим вратарем признан Сулименко Геннадий, команда «Космос». Лучший защитник Гора Станислав, Днепр. Девушка спрашивает, не надо. Лучший нападающий Киричок Леонид, Копакабана.
И лучшим игроком признан Жальнёв Алексей. Команда «Пивар». День рождения, Лёха! Донна-рума у нас появилась. Так, третье место. Кабана, Копа Кабана. Ушли уже на банкет. Второе место. Команда «Днепр-75». Браво! Рождается Войцеховский Аркадий. Ну, я остался, настрой осталось за него. Еще наш. Рождается Михаленко Андрей. А что надо? Рождается Яценко Евгений, организатор команды «Приват Днепр». Лучшим игроком команды признан Олейник Олег. Серебряные медали забыли. Ветеран. Золотые медали. Кубок памяти вручаем команде «Приват Днепр». Турнир планируем на 21 ноября. Всем удачи!